Как обидно видеть мир в серых мрачных тонах. Радости людей и улыбки нет. Мир становился в те 90-е годы. Боже, дай силы и терпения людям, что утратили свой разум и уважение. И как изменить мир, и как вернуть в реальность? Я знаю, но кто станет меня слушать? Кто я? Я в своей стране словно невидимка. Ко мне с сочувствием относятся. Но кроме своих нелепых советов, помощи не жди от них.